Сегодня у нас пасмурная погода. Мы приехали в жилой комплекс «Измайловский парк». В этом комплексе мы продолжаем делать ремонты, которые сегодня с вами посмотрим. Чем этот комплекс привлекает людей, которые хотят здесь приобрести? Ну, понятное дело, это комплекс не у моря, он не под сдачу посуточно абсолютно, но у него огромная придомовая территория. Нет проблем с парковками, это очень важно, и это абсолютная равнина. Цены здесь от 5 с небольшим миллионов рублей. Вот, попадается перепродажа чуть дешевле, поэтому если кого-то заинтересует этот комплекс, то, пожалуйста, можете ко мне обращаться, я поищу для вас наилучшее предложение, которое здесь есть. Вот, что касается цен на ремонт. В данном комплексе, несмотря на то, что здесь повыше потолки, чем стандартные, там 2,80 до 3 метров. Здесь 3,10, насколько я помню, высота потолков. Цена 15 тысяч за квадратный метр. То есть мы ее оставили без какого-то повышения. Хотя немного материала уходит чуть побольше. Понимаем, что люди покупали когда-то давно. Ожидали этот комплекс, пока он сдастся. Рассчитывали, что это эконом, что по бюджету не так будет дорого делать ремонт. Но, тем не менее, вы знаете, как бы... Черновой есть черновой ремонт, он включает в себя определенные материалы, поэтому мы не можем еще как-то дешевле что-то делать. Так вот, ребят, сейчас у нас здесь несколько квартир мы делаем, посмотрим, какие у нас там изменения, ну и также посмотрим чистовую отделку в одной из квартир. Так, мы поднялись на 7 этаж, 59-я квартира. Вот такая вот, видите, высокий достаточно потолок. Здесь мы уже сделали штукатурные работы. Давайте посмотрим по планировке, как получилось. То есть здесь место под шкаф. Вот здесь щиток у нас. Подняли туда повыше. Здесь проходим. Это у нас санузел вот таких размеров. Тоже запланировали, где нужно электрика, где чего будет. Дальше проходим. Здесь вот такая вот студия. В этой стороне кухня планируется. Ну, а там уже жилая, так сказать, зона. Все аккуратненько заштукатурено. Везде подрозетники установлены. По потолку у нас распаечные коробки. Сейчас выполняем работы по сантехнике. То есть будем делать и отопление, проверим, поставим новый радиатор, а также всю разводку сантехническую, которую необходимо сделать по проекту. Так, ребят, мы спустились на 4-й этаж. 4-й, да? Третий. На 3-м этаже. 35-я квартира. Тоже вот похожая студия, в которой мы начинаем чистовой ремонт. Черновой ремонт, вот вы можете увидеть, полностью закончен. Вот в таком виде мы сдаем со стяжкой пола, с разводкой коммуникаций, с разводкой электрики. Сейчас просто сняли щиточек. И шпаклеваем сейчас уже стены. Сделали черновой ремонт давно, уже стены высохшие. Сейчас шпаклюется, потом начнем с плиточных работ. Вот подоконник новый поставили. И такой вот на придомовую территорию. Вот такие потихоньку у нас дела идут. Так, ну мы с вами посмотрели Измайловский парк. Давайте сейчас посмотрим, какие у нас изменения на других объектах. Александр, наш прораб, находится в Альпийском квартале. Сейчас расскажет и покажет, какие у нас этапы работ там производятся. Такие классные виды сегодня открываются с 16 этажа. Я нахожусь в квартире 62 квадратных метра. И здесь у нас проходит черновой ремонт. Давайте посмотрим, что мы успели сделать, какие произвести работы за эту неделю. Начнем с планировки. Это у нас входная дверь. Здесь у нас вот такая большая
входная группа, гардеробный шкаф, нишу для него выделили. И тем самым отделили так называемую грязную зону от гостиной, чтобы это не просматривалось напрямую. Здесь у нас прачечная с гардеробной, тоже не маленькая. Здесь мы выделили нишу, у нас будет установлена стиральная машина, сушильная машина. Здесь будут шкафы. Все, в принципе, вмещается. Даже здесь мы запланировали установить коллектор со всеми необходимыми кранами, коллекторами и так далее. Далее проходим по коридору. Здесь у нас кухня-гостиная с большим витражным окном и выходом на балкон. Здесь у нас будет зона отдыха, диван, телевизор. Далее в этой части будет установлен кухонный гарнитур, посередине стол, и будет он отделена, эта зона, диваном. Здесь будет ТВ, все прекрасно вмещается, очень получилась просторная, светлая кухня-гостиная. Далее проходим по коридору. Здесь у нас санузел. Санузел будет с душевой кабиной. Стиральную мы, соответственно, я вам уже говорил, убрали в прачечную, поэтому здесь места будет достаточно. Далее по коридору спальная комната, тоже с большим витражным окном. Будем устанавливать в пол конвектора, чтобы не было никаких радиаторов, был прямой доступ вот к такому замечательному виду. Здесь мы сделали нишу для шкафа, выделили, будет установлена кровать, и заказчик еще попросил здесь подвесное кресло для отдыха. Тут будет стол. Большая достаточно спальная комната у нас получилась. Ну еще что из особенностей, здесь у нас будут двери Invisible скрытого монтажа, высотой 2,20, нестандартные, высокие. Ну вот, такие работы у нас здесь проведены. Сейчас убираемся, весь мусор. И со следующей недели здесь уже приступим к монтажу электрики. Ребят, я нахожусь в самом центре Сочи. Это улица Гагарина. Вот такие виды открываются на море, на центр, с 10 этажа, Светлана Парк. Давайте посмотрим, на каком этапе у нас проходит ремонт апартаментов в этом комплексе. Напомню, здесь 60 квадратов. И на данный момент мы занимаемся подготовкой стен и потолка. Он здесь из гипсокартона под покраску. И уже завершающий этап. Зашкуриваем, дефектуем стены, и в понедельник уже приступаем к покраске. На полу у нас кварц-винил. Мы его стелили на наливной пол. Все получилось ровно, аккуратно. И застелили его перед маляркой пленкой. И уберем эту пленку уже после того, когда закончим малярные работы. Давайте посмотрим. Это у нас спальная комната. Таким вот образом все сделано, уже зашкурено, гладенько, аккуратно. Здесь у нас также готов санузел. Такой здесь керамогранит, уже установлена частично сантехника. Здесь также потолок из гипсокартона, вот сейчас мы его закончим. Тогда уже покрасим, и здесь можно будет прибраться. И на стенах, точнее на потолке и на полу будет вот такой плинтус полиуретановый. То есть мы его сначала подрезаем, красим и потом уже после этого монтируем на свое место. Вот такие работы. Более картинка будет красочнее, когда мы покрасим и уберем вот эту пленку с пола. Ну все, мы подъехали к нашему офису. Наш рабочий день еще продолжается, но мы сняли для вас интересные наши ремонты. Оцените, пишите. Если кому-то нужна помощь по поводу консультации по недвижимости, с удовольствием вам
помогу. Не забудьте о том, что у нас есть рубрика предложений от собственника. То есть, если у вас есть предложение, которое размещено на Авито, я могу разместить у нас на нашем канале, и, возможно, найдется покупатель. Правильного вам ремонта, хорошего вам настроения. Звоните, пишите. Всем хорошего настроения. Пока.